Всем привет! Опять Ешка, опять рассказываю. Ну вот, помыли ее первый раз за сезон. Все вымыли. Посмотрим, что будет. А так 2-3 дня все снова налипает, залипает. Так, ходовую я осенью смазывал. И сейчас весной смазывали. Какие проблемы с ней? Практически никаких. Надо вот пальцы единственное там пальцем обмазать следом. Жатку каждый день почти смазываем. Вот этот вот шалтай-болтай откручивался пару раз. Ну, я имею в виду вот этот. Он сползал сюда. Подвигали, маленько равняли. И вот этот болт поменяли. Да, иногда бывает наматывает. Но заметил, что если трава по жатку, значит идет нормально. Если выше, вот эта Тимофеевка начинает наматывать. Да, я знаю, что там можно шнеком отрегулировать, сделать зазор поменьше, и будет все как бы нормально. Но это не постоянно. То есть происходит вот так. С этой стороны движок. Проблема возникла вот в этом колесе. Вот. Думаю, смотрел, планирую, то есть запас, чтобы как бы было. В общем, 40 тысяч такое колесо стоит, покрышка. Этот дырка, сколько отходит. Проблема его переодеть, блядь, не знаю. Мне кажется, тяжеловато, но посмотрим. Вроде бы я там варианты нашел подешевле. И вот шнек один у меня центральный, загнутый. Его попробую поправить, но это, мне кажется, нереально. Так что вот так. Колесо нашел. Как привезу, чего расскажу, покажу. ЗИЛ-131 подходит, мне подсказали. Кстати, спасибо за это. И Урал. Но они говорят повыше. Вроде бы я нашел такое же колесо. Так что в следующем выпуске покажу. Еду крайний круг, вот сегодня столько скосить. Трава не очень, то густо, но такое поле, наверное, еще подсею его, и будет более-менее, надеюсь. Ну так вот, такие вот проплешины попадаются. Сейчас, наверное, круг этот закончу, остановлюсь и договорю. Ну, не доснимал я вчера поле. Приехал уже поздно, вот поставил последний валок, но снимал. Говорил как-то в видео про колеса. Спрашивал, что откуда подходят. Там такие вот потрепанные у нас стоят. Более-менее. Стал искать по размерам, по фигерам. Ну ладно, это сегодня я ему скажу, чтобы он все это дело смазал. Уже курицы у нас все драют. Сейчас я ему попробую перегнать ее. Основная проблема, что в нем. Вчера скосил 6-2 утром, 4 часа вечером. Основная проблема — это сегмент. Здесь сломал сегмент и начало заваливать край. Ложить, то есть забивать пятка, да, наверное, здесь и осталось.
обед. Не, уже курица. То есть вот он, крайне сломан. Не стал он парить. Но так как он был на краю, я не заморачивался. Просто жатку потом меньше брал этот. Ну и, естественно, стал на Авито смотреть, выяснять. Да, вон его отмыли, двигатель. Наверное, осенью мне придется снимать радиатор-фигатор, потому что вон она скоренула. У меня течет. С собой масло, естественно, с собой воду беру. И вот такое вот колесо. Из-за этого весь разговор. Чё почём, где брать, как брать. Позавчера смазывали жатку, вчера целый день отработал, сегодня снова ее всю прошприцую. Сейчас не договорил я про колес, короче, стал смотреть, искать. Ураловские, зиловские, они подходят. На Ешку ставят они выше, не выше, но встал смотреть на Авито, и вдруг мне попалась вот такая вот херня. Человек, правда, далековато от нас, в Западной Двине стал продавать. Они не очень тоже, но хотя бы целые все. Как они стояли, где-то, чё. Вот оно такое. Также 16-20, резина вся та же самая. Ну и даже диски от него стоят. Как мы их только сорвем, но мясорубкой, наверное. Ну и все это удовольствие я взял за 20 тысяч плюс дорога 250 километров в одну сторону. Ну, выходы у нас все накачанные, вроде все держат. Посмотрим. Так что вот так вот. Попалась, искал.